Ректор Казанского университета в сопровождении своего советника Адель Вафина и директора химического института имени Бутлерова, проректора по инженерной части, а также научных сотрудников вуза совершил обход по обновленным лабораториям химического института. Поводом обхода стала работа новой лаборатории сверхбыстрой калориметрии, которая является первой в России, где ученые сосредоточенно работают над конкретной отраслью химической науки. На каких задачах сосредоточены сотрудники данной лаборатории, нам удалось выяснить у ее старшего научного сотрудника. Мы являемся первой лабораторией, которая занимается этим методом в России. То есть мы хотим научиться хорошо работать с этим методом, найти ему новые применения, найти какие-то применения, которые интересны для нашей республики, и развить, чтобы была рабочая лаборатория. То есть когда закончится мегагрант, чтобы была уже работающая лаборатория, были люди, которые квалифицированы, которые могут работать на этом приборе. Развитие быстрой сканирующей калориметрии в ближайшем будущем будет следовать различным направлениям. Ожидается исследование таких систем, как лекарственные препараты. Таким образом, подробное исследование сверхбыстрой калориметрии станет одной из тем ближайшего десятилетия. Мы уже год работаем, уже есть результаты в виде статей. Ректор посмотрел нашу лабораторию, интересовался перспективами включения нас в общую тематику, других исследований университета. Проводимые нашими учеными исследования имеют серьезные перспективы. Планируется, что полученные результаты первой лаборатории в России сверхбыстрой калориметрии помогут найти новые применения в данной отрасли химической науки. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.